Компания «Восход 2004» обеспечивает столицу молочной продукцией. В настоящее время здесь производится около 10 видов товаров. Выпускаем в день до 3 тонн продукции. Конечно, это немного для нашего предприятия, потому что завод рассчитан на 10 тонн. Реализация идет, это в основном город Нур-Султан, немного по области, и на месте здесь поселок Жибек-Жалы. На предприятии работает около 40 человек, большинство из них местные жители. В текущем году товарищество укрепило техническую базу. Мы закупили сейчас оборудование, на улице стоит пастеризатор мощный, паровой. Мы закупили паровой котел, на газу работает. Закупили новый фасовочный автомат. Это все будем устанавливать в летний период. Новое оборудование даст нам более качественный продукт, первое, и увеличение производства. С помощью нового оборудования компания намерена увеличить производство. В дальнейших планах охват не только столицы, но и других регионов республики. Айгерим Бегенова, Абзал Балтабаев, Медет Кайркенов, Алмаз Адвокасов, Кукши Акпарат.